того, чтобы провести мероприятие зимой, на свежем воздухе. Собрать единомышленников, выбрать время и начать подготовку. По принципу «глаза боятся, а руки делают». Ну, или как-то так. Дяденька, дяденька, зачем тебе бревно? Мальчик, отстань, не мешай мне работать. Дяденька, дяденька, ну зачем тебе бревно? Мальчик, уйди, не мешайся, говорю. Ну, дяденька, а что это будет-то? Будет! At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'm a rumor. Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Мы с друзьями по клубу «Амикан» и команде «Сахаслед» решились провести открытие зимнего снегоходного сезона – снежную баху. Ну а что из этого получилось, судите сами. Итак, 3 декабря сего года на реке Чульман в районе 21 километра все и произошло. И тут стоит выразить огромную благодарность нерюнгринцам за зрительскую поддержку. Ведь в этот день собралась отличная компания. Были и гости из города Тынды, и наши друзья из алданского клуба «Матадор». Приглашенные гости из солнечного Узбекистана в огромном казане готовили вкуснейший плов. Топилась автобанька нашего друга Александра, готовая обогреть, напарить и искупать в якутском джакузи всех желающих. Ну, тех, кто рискнул. Как настроение? Боевое. Это наши гости. Ну, спортсмены. Самые любимые из Алдана. Молодцы, что приехали. Вам спасибо за организацию. Ура! Наши гости из Тынды, столицы Бама. Что тут делаете? Ну-ка, признавайтесь, как настроение? Господи, отличное. Отдыхаем, классно время проводим. Это хорошо. Не замерзли? Да нет, нормально. Катались? Да. Катались на снегоходах, на квадроциклах. Молодежь, что там, как у нас дела? Нормально. Все отлично. Все окей? Да. Им понравилось. Ну расскажи, как настроение? Отлично. Все лучше, хорошо, чем при рождении. Все классно. Долго ждал зимы? Почаще надо такие мероприятия устраивать, выезжать. Чтобы народ расшевелить, оптимизм подарить. Все,
жизни интересно появился у людей. А то сидят, диваны охраняют. Лучше всех. Какие планы на этот сезон? Кататься как можно чаще, если будет снег. Передаю привет алданским мотодоровцам, которые не приехали по вредной причине. Всем пацаны привет. Что скажете про увлечение мужа? Я очень рада, что он увлекается таким видом спорта. Не напрягает? Нет, меня нет. Спорт, я за него радуюсь, его поддерживаю. Желаю ему всего самого лучшего, начинаний. И чтобы всегда быть первым. Ура! А снегоходная братья была уже готова выйти на старт. Соревнования в этот день проводились в дисциплине спринт, кольцевая гонка на снегоходах, парные заезды по системе «каждый с каждым». Дорогие друзья, добро пожаловать на открытие снегоходного сезона в Нерпи! Ура, снежная эпоха! Сезон 2016-2017! Мы начинаем! Итак, рад приветствовать, друзья! Сегодня в заездах, в баталиях сойдутся Чернышов Андрей, Советский Союз, Чусяков Руслан, Медведев Дмитрий, представитель из города Алдана, Сарафанников Олег, тоже представитель из города Алдана, клуб Матадор, Федоров Александр, идет на лыжах где-то здесь на подходе, Лыгарев Николай, Мавета Андрей, Лыгарев Александр Старший. Ну что, друзья, давайте будем аплодисменты. Ура, 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 ура! If you fight in the good fight, don't give up. If you fall to your knees, look up to the sky. If you fight in the good fight, don't give up. If you fall to your knees, look up to the sky, you'll see the light, you're not alone, so keep fighting the good fight, see the light, you'll see the light, you're not alone, so keep fighting the good fight, you'll see the light, you're not alone, so keep fighting the good fight, see the light, you'll see the light, you're not alone, so keep fighting the good fight. В этот день был Николай Лыгарев из клуба «Амикан». Доли секунды ему уступил Дмитрий Медведев из клуба «Матадор» город Алдан. А третье место по-братски разделили Руслан Тиущаков, наш одноклубник, и Олег Сарафанников из Алдана. Нормально, устали? Отлично, нет. Строение отличное. Ждем уже финалов. Группа поддержки? Группа технической поддержки. Так надо правильно говорить. Это святое. Да, это святое. Это нормально. Организация, кстати, на высшем уровне. На высшем уровне. Купель мы еще не видели, да, в которую нырять, правда? Сейчас будем. Будем. Силком закинем, если не будете плавать. Жду последний заезд, чтобы раздеться и нырнуть в баню, а потом с бани уже все. И слабину поймать. Самое главное. Sculpture at St. Martin's College, that's what I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'm a room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds
she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Smoke some packs and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. Такой получился выходной на природе. Благодарим всех, кто принял участие в снежной бахе и открыл с нами снегоходный сезон. Вот тебе не стыдно, скажи, не участвовать? Нет, мне очень стыдно, но я рад за то, что у нас есть такие люди, которые могут организовать, собрать и всех объединить. Наши районы, Нерюнгри, Алданск, Нерюнгри, Амикан.